счастье. Кто знает, где оно? Быть может, об этом расскажут песни или сказки, что лежат в моей дорожной сумке. Эх, жаль, что я не поэт. Я всего лишь старый эпик, собиратель легенд и преданий. Гадать еще я такую сказку, чтобы, услышав ее молодые, поверили в чудо. А старики заново захотели прожить свою жизнь. Но сейчас другие времена. Людям не до сказок, они не поют от радости. А если рассказывают сказки или поют, то все на несчастной любви, да горькой судьбе. Но поверьте старому Эбрю, который много повидал, порой случаются наяву такие чудеса, что не под силу даже самому смелому воображению. Вот послушайте, какая красивая сказка родилась однажды в небольшом портовом городке Листье, что находится чуть южнее Турбага. А все началось с того, что Лангрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, к которому был привязан сильнее, чем иной сын к матери, покинул, наконец, службу и сошел на родной берег.
Плывут корабли,
Как? А вот как, вот как! Проснись, Ассоль, проснись! Настало утро! Смотри, какие для тебя я за ночь смастерил игрушки. Корабли давно жрутся в город, нам пора. Дадим игрушки в лавку, будут деньги. Ах, папа, папа, я уже большая, а ты устал, должен отдохнуть. Позволь, сама ты свои игрушки в город. Кудесника, лампу Аладдина, мне не впервой. Ну что ж, будь умницей. Летать приходится во сне, и мне летать.
однажды утром в морской дали сверкнет под солнцем алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны навстречу тебе. Тихо будет плыть этот корабль, без криков и выстрелов. На берегу соберется много народу, удивляясь на Африя, и ты будешь стоять там. Корабль под звуки красивой музыки подойдет к самому берегу. Нарядная, в коврах и цветах поплывет к нему быстрая лодка. Зачем вы приехали? Кого вы ищете? Спросят люди на берегу, и тогда ты увидишь храброго, красивого друга. Он будет стоять там и протягивать к тебе руки. Здравствуй, Азорь, скажет он. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы навсегда увести тебя в свое царство. Ты будешь жить там со мной, в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты захочешь. Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, отвезет на корабль, и ты уедешь в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с небес, чтобы поздравить тебя с приездом. Сначала ты вырастешь, потом что говорить? Это будет и кончено. А теперь сиди. Да будет мир пушистый в твоей голове.
Артур Грей родился капитаном, хотел быть им и стал им. Пытались угораться в каждом взмахе доверчивой ресницы. Чей взгляд, улыбку,
ищу по свету многие года. И это имя странное, Ассоль. Оно знакомо мне и не знакомо вовсе. Ассоль. Мне кажется, что где-то ты ждешь меня, как только может ждать далекая любимая. Ассоль. Пришел морской лужой, судьбы никогда не было.
вашего капитана глаза точь-в-точь, как у нашей блаженной корабельной Атоль. А ты сказал, кабачник? Простите, я ничего не говорил. Нет, нашел ты имя здесь. Сказал Атоль. Право. Простите, капитан, я не имел в виду здесь ничего дурного. Очень может быть, что вовсе не блаженная она, да только темная корабельная Атоль.
Thank you.
Вот такую историю вспоминают до сих пор в небольшом портовом городке Лисе. Вспоминают, потому что нельзя позабыть главное. Когда душа человека, как росток пламенного растения, жаждет чуда,